В администрации провели очередную комиссию по задолженностям за коммунальные услуги. В этот раз пригласили должников из Васильевского. 24 человека должны порядка 10 миллионов рублей. Общий долг бывшего поселения Васильевское на сегодня составляет порядка 40 миллионов рублей. Мы разъясняем, что они могут потерять свое имущество. Разъясняем то, что люди могут через суд быть выселены, особенно те, которые проживают в наших муниципальных квартирах. Поэтому как бы, люди понимают, с пониманием относятся. В составе комиссии работают представители администрации, управляющей компании, расчетно-кассового центра и юристы. Должникам предлагают оформить субсидию или заключить соглашение о реструктуризации долга. Также рассказывают о льготах, которыми можно воспользоваться. Нам даже приходят многодетные семьи, они не понимают, что у них есть льгота 50%, которые... им будет возвращаться от органов управления социальной защиты. Не пришедшие на комиссию должники будут общаться с судебными приставами, а долги с них будут взыскивать в принудительном порядке. На сегодня общая задолженность жителей нашего округа за коммунальные услуги составляет 750 миллионов рублей. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».